Начнем наш выпуск с аварии. В ночь на 19 января на Кокшайском кольце Звениговского района перевернулся автобус с пассажирами, следовавший из Казани в Чебоксары. Все спасательные службы Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место аварии. В автобусе находился 41 человек, из них 16 дети. В этот день дети с родителями возвращались из Казани. 18 января в 23 часа 47 минут Центр управления кризисной ситуацией Главного управления МЧС России по Чувашской Республике поступило сообщение о том, что на Кокшайском повороте Республики Мариэл перевернулся автобус с чувашскими номерами. Погибших нет. К месту вызова выехали сотрудники пожарной части номер 11 города Новочебоксарска, а также два микроавтобуса «Газель» и микроавтобус «Богдан». Сразу после аварии пассажирам была оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации все они отказались. В Чебоксарах часть пострадавших обратились в травмпункт. Причины происшествия выясняются.